правда, что чистое небо? Солнышко. Клетчатки, значит, которые способствуют пищеварению. Высокие вроде, как я слышал, должны быть. 1.60-1.70 метра. Серьезно? Как и летчики, я да. Степу тоже на флот же не брали. Ай, подождите, или куда его брали? Ну, он пожарник. Подождите, его туда и брали, а на флоте вы нужны. Ах, вот как на флот. На флот взяли, да. Так что вот это неизвестно, Антон. Давайте Google спросим. Ну, потом, поехали. Что-то мне тоже помнится, что рост. Ну, смотря куда. А, да, это имелось в виду, конечно, большие, на большие корабли. А петь что не хочешь? Можно петь? Давайте петь. Ты моря, красивый сам собою. Нет, выйдешь сразу. Вчера ты же шампанское. Неужели они могут отложить? Да вот сомневаюсь, как-то удивительно это даже. А что не с начальством? Путин может. Вдруг сейчас Путин дает дорогие. Все возрождают площадка вон. Туда пробегают. Первые лица. Куда? Вот прямо напротив. Видите, вот эти белые штуки. Это вертолетная площадка получше. Да вон перед трибунами, смотри, белый. Вон белые, да, вот, вот там есть, да. Парад какой-то. Вот. Но там люди, да, прошли морячки. Там люди не стоят. Стоят вот там. Thank you.
Шойгу поехал. Шойгу поехал. Привет. Ну, ну, начинали около Авроры что-то начиналось. Какой-то был рапорт в начале праздника. Сейчас будет парад принимать. Ну, у моряков, наверное, как-то тоже парад сходим. Кто-то принимает, кто-то командует. Парадом, я про это хочу сказать. Ну, Аврора, как это называлось? Открытие праздника. Открытие около Авроры. На Авроре. А там же сейчас музей. На, нет, но написано. Первый пункт. А, написано, да? Написано. На Авроре. На... Открытие праздника. За это музей, но она действующая в плане обучения. Да, да, Нахимское училище. Через. Да, через дорогу. Там вообще красивый музей сделали. Когда она была бесплатная, там делать было нечего. Нет, сейчас красиво. Все по-современному, экраны. Был на Авроре. Скажи, вот они с этого кораблика и пойдут сидеть на сиденье, занимают. Как можно ближе туда на... Сердцевинку дает, да? А сегодня на какие корабли пускать не будут под экскурсию? Ре... Будут. Будут, да? А с какой площади? Написано с лейтенанта Шмидта. С набережной. Они уже час стоят. По моим представлениям, парад – это то, что должно начинаться очень вовремя. Значит, вот. Ну, значит, я думаю, кого-то ждут. А вдруг Путин все-таки прилетит? Вдруг. Путин всегда опаздывает. Ему не нужен точно. Да, он задерживается. Thank you.
со спутников, наверное, наблюдают. Конечно. Я только мы. Так, слушай, ты очень сильно... Маш, я тебе решила сесть. Либо она начинает занимать, побольше уже появилось. Вы видите? Да. Шевеление есть. Ну, вон я уже вижу меньше этих самых синих мест. В белом много, все в парадном, это морячки. Конечно. А погоня там сверкается? Ордена нет, не видно? Нет, не видно. Хотя что-то там яркое есть. Шайбу там должен быть. Да, с министра обороны, да, буддист тоже. Главнокомандующий, не предполагается, да? Ну, главнокомандующего, да. Почему Путин? Положение безопасности? Не знаю. Может, он уже там. Может, он на этом кораблике скромно. Не помню, да. Я в пятницу систему мониторинга удаленно наконец запустил у нас. Теперь можно в наш нефтекачалки заходить через интернет. Вот. Веб-сервер есть. Вот, по удаленному. Через модемы подключается к качалкам. Читают их все параметры, процесс добычи нефти. На фирменном жаргоне у нефтяников звучит добыча нефти. Если скажешь добыча нефти, тебя засмеют. Вот. Да, вот. Ну, в общем, добыча нефти. Ну вот я отсюда с Петербурга. Вот с Анечкового моста, я был на Анечковом мосту, мне позвонили. И я со своего мобильника скопировал, ну, в общем, исторические данные себе на телефон, например. Ну и управлял уже установкой. Но сейчас именно сделал через веб-сервер, что уже есть именно пользовательский интерфейс. Там я зашел как бы ручками через командную строку. Вот. А сейчас уже прикручен к этому веб-интерфейсу. В пятницу мы запустили продакшн-сервер, так называемый. Вот. В принципе, на самом деле, такие серьезные. Вот. Умные месторождения, к этому идем. Вот. То есть, грубо говоря, там в режиме рекуперации, то есть двигатель вот этот синхронный, который управляет эта штука, когда он идет вниз, он вырабатывает электроэнергию, он как генератор. Сейчас это электричество стравливается просто в тормозной резистор. Вот, просто в сопротивление обычно, ну, фактически в нагрев идет. Ну и вот посчитали мы, что, грубо говоря, одна установка может идти вверх, когда 5 идут вниз. Вот, и, соответственно, ну, это 20% эффективности. Вот, это очень неплохо, на самом деле, экономия. Вот. Ну и вот в эту сторону как раз двигаемся, как раз умное месторождение. Вот. Поэтому... Ну, это не только в нефти возможно, наверное, такое, или только в, ну, в нефти, не, ну, там уж много, да? Ну, скважин-то у них много, добывать ты можешь хоть вот что угодно, там, с этой высоты, с глубины поднимать, но она как бы установка-то мощная, она там 7 тонн тягает и так далее, то есть там 2 километра вниз штанг, вот. Ну, конечно, самое интересное – это управление самим двигателем.
Вот, этим магнитным полем, как он крутит, увлекает собой ротор, он понимает полностью нагрузку. Мы можем даже вплоть до того, что он сколько добывает, понимать за счет того, что сколько мы вкачиваем туда тока. Там есть, во-первых, электромагнитная модель двигателя, тепловая модель двигателя, вот, механика. И зная вот это вот все вместе, плюс широтно-импульсная модуляция на обмотке подается, две обмотки в один момент времени, две обмотки создают момент, а одна обмотка, с нее снимается информация, импульс тока какой, собственно, какой на нее индуцируется ток на обмотку. За счет этого можно понять, какой момент сейчас на валу. Вот. И, ну, в зависимости там... Мы управляем, да? Да, да, да. С одной стороны мы управляем, а с другой стороны понимаем, какой момент, ток пропорционален моменту. Вот, зная ток, мы знаем момент. Зная момент и модель скважины, мы можем, в принципе, ну, понятно, с определенной погрешностью, говорить вплоть до того, сколько кубометров нефти мы сейчас уже добыли. А иначе измеряется, ну, кроме того, и непосредственно измеряется? Конечно, непосредственно есть, да, расходомер стоит, конечно, очень сходится. Сходится, хорошо, да, 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 хорошо сходится. Это оперативно. Да, ну там на самом деле нефтянику ему не нужно знать. Ну, там, а, ну, Ваня, как всегда. Ну, куда? Как я пошла их искать? Ну, ну, что это такое? Ну, Леш, вот так. А Маня? Да, пока здесь. Маня. Маня, включи ее сильнее. Там они там. Мне все это знакомо, я на вентиляции работаю. Слушай, немножко разное. Все еще поглядел. Шахта. Вентиляция. Что-то вообще есть. Мама красит. Ну, воздух, да. Да, ну, с одной стороны, воздух один доставить, а другой убрать. Вот. Углекислый газ убрать, кислород доставить, контролировать всякий метан и так далее, все это необходимо. Откуда выбирают из скважины? Что? Откуда выбирают, наверное, из скважины, что ли? Нет, это говорят про вентиляцию в шахтах. Ну, в шахтах, в шахтах. Да. Конечно, СО2 убрать. А зачем там? Они что, там люди есть, что ли, да, в шахтах? Имеется в виду шахты, а не скважины. Это женщина. В шахтах, конечно, ну, добыча. Скважины там, скважины без людей? Скважины без людей. Конечно. Скважины без людей, какая разница? А шахты вы тоже контролируете, что ли? Можете пойдем? Да. Как-то. Выход. Так нет, это. Да нет, это я просто сказал. То, что знакомые слова. Так пересеклись маленько. У нас депрессия. У нас может быть загазованность, скважины. Вот, это будет следующее. То есть из-за скважины может надо вообще идти газ. На Сахалине, в Краснодаре. Газ добывается. Наш клиент находится. Мы оборудование делаем для добычи. Ну, у нас Роснефть. Основной клиент. Путин. Ну, потому что Роснефть — это президентская компания, фактически аффилированная с ним. Так или иначе. Роснефть ходит под вот первые лица государства, так скажем. У них сколько пакет акций? У кого? У них? Контролирующий. Послушайся. Кляп, что ли? Да. Рот заклеивать надо просто. Из интересных моментов, что нам еще предстоит сделать, это мы в процессе добычи, нам строится так называемая динамограмма, в зависимости от момента от перемещения. Вот. Она по этой форме нефтяники могут понять, что происходит со скважиной. То есть в случае неисправности насоса динамограмма имеет один вид, в случае загазованности другой, в случае там парафинизации третий и так далее. Вот этих. И самое интересное будет
как раз-таки как современные популярные нейроалгоритмы, нейросети и так далее, обучить нейросеть, которая будет с определенной долей вероятности говорить, что происходит на скважине, распознавать динамограмму и говорить, что 98% вероятности того, что скважина забилась парафином, там 0,001%, что там сломан клапан на насосе, грубо говоря. Ну, вот это вот интересная будет задача, тоже будем обучать нейросети. Наводить им по разным показателям, вот что ли, да? Но только по форме динамограммы. Так и положено, катера. Это парадные. Катеришка какой-нибудь проплыл бы. Thank you.
ты Путин? Я не заметил. Похоже на Путина, а? Я думаю, да, среди них там был один. Ну, похоже на Путина. Ну, потом нам скажут, напишут, кто ехал, да? Да. По телевизору уже увидели. Ты говоришь, что Шайгу? Ну, что вы нам просили? Ну, или, я не знаю, фамилия, адмирал главный, вице, или как он там? Супер-адмирал какой-то, да? Кораблей-то вообще нет, чего они объехали подводную лодку в эту... Ваня, пожалуйста, снизь. Ну, кому-то надо поздравить. Наверху лодки сидят нормально. Это еще маленькая лодка. Ну что, до того дальнего корабля, до его носа. Ура! Ваня, крикни ура! Один раз, Иваныч. Крикни один раз. А маленький ехал впереди, да? Перед ними. Это береговая охрана. Ну, да, впереди, если мина лежит. Сейчас его. Вертолет это просто наблюдатель, да? Я думаю, командный пункт. Командный пункт? Да, вот эти как все, ну вот эти кашечки камовые, я не могу точно индекс сказать. Но вот я знаю, что один такой именно как командный пункт. Это одна из модификаций. Пока непонятно, кем командовать. Кем авиационным, авиацией. Авиация, морское базирование тоже, ну, с морским парадом. Сошли, и Путин среди них идет, да. Вон там та компания, которая это была. Где? Там? Вон на экране видно. Ну, на экране, а где? Да. Путин по центру идет. Она на самом деле где это? Вот на корабле было видно. Это вот где это? Второй экран, вот ближе вот. К второму экрану. Ага, вот там движение, да? Да, да, да. Там катер остановился. Ага, и Литейный мост разведен, значит они идут оттуда, я вижу. Ой, Троицкий мост разведен. Значит, выступление Путина перенести здесь. Вон там парад. Да. Флаг куда они несут? Флаг куда они несут? Марш, нет, неизвестно.
конечно, интересно, там комфортно. Ну, вам надо завести такое устройство, которое в серии чемпионское. Встали сбоку, все-таки пустили полисмена. Куда нам сказали, вначале не пустят, а вон все-таки там стоят. Ну вот не было объявлено, что Путин будет принимать. Не было ведь нигде. Не было объявлено. Вот показывают, значит, огонь, да, там. Интересно, астральные колонны горят или нет? Вот что мне интересно. Все, все должны гореть. Я думаю, да. Сейчас пойду. Ага, Андреевский флаг нас поднимают на этом самом. На артисте. Не, ну, рядом. Вот, на этом, да. Да, наш пиль поднимают. Наш пиль. В принципе, да, Адмиралтейство. Не на сам Адмиралтейский шпиль, но вот на это вот. Это не Адмиралтейский шпиль. Это... Да. Любые Адмиралтейский. Если два павильона от Адмиралтейства одинаковые. Угу. Вот. Но это все территория Адмиралтейства, он же буковка П такой. Да. А им слышно, по-видимому, там. Там озвучивается. Да, конечно, там всякое не ценится. Потом вечером сегодня послушаем. О, пошли маяки! Пошли! О, сзади мальчик. А, вот уходит, да, красивые. Они за лодкой идут. Сейчас они все прыгнут в воду. Смотрите. Сейчас они будут, и сейчас они прыгнут туда в воду. Они по всем кораблям. По команде. Ага, вот вблизи не зашевелилось. Не знаю, что информация есть. Технологический институт, да, это просто мечта, что там, какие курсы там превосходные, вот, они берут и просто выкладывают лекции в интернет. А я когда учился в институте, нас, честно сказать, учили ерунде полной, приходил проект.
проректору и говорил, вот мы 220-100 специальности. Говорю, а вот какие курсы мне читают. Он говорит, извини, Антон, я говорю, почему не соответствует? Он говорит, извини, а нас вот больше некому читать, чтобы соответствовать, у нас просто нет таких людей. Я говорю, а что же, тем не менее, у меня будет в дипломе написано, что я 220-100, а по факту у меня технологии программирования, а Коля со своих читает язык Perl, говорю, это, ну, две разные вещи. Говорю, почему здесь это? Ну, и это самое. Вот эти люди пошли и вещи. Да сколько сейчас преподаватель в институте получает? Вот, а должен получать 100-200 тысяч. Тот, кто лекции читает, не меньше при современных вот реалиях. Ну, а получает 25-30 тысяч. В том-то и дело. У нас все полставочники, у нас в академгородке все на полставке. Поэтому... Так, а почему на полставке? Ну, потому что, чтобы жить. Они работают в институтах, получают основное. Ну, вот еще. Но, когда приезжал Путин к нам, то... Эй, народ! Эй! Наш сколько стоит? Наш председатель... А? Сказал, я завкафедрой, у меня 2000, говорит, в месяц. Ну, он пойду ничего не делает. Когда люди занимаются вон по политех, вначале, прежде чем с нами встретиться, эти инвесторы встретились с политеховскими ребятами, как те непосредственно сделали просто сам настоящий подлог. Они в 3D нарисовали модели установок, что якобы они готовы, якобы они качают что-то там. Представляете, просто нарисовали трехмерную графику и представили это инвесторам. Ну как так можно? И это люди вот реально готовы заплатить деньги, чтобы сделать подлог, лишь бы не сделать непосредственную работу. Это много сейчас. Идут, там корабль идет какой-то. Вот они идут, все-таки они идут слева, справа. Оттуда. Да. Все, оттуда идут, оттуда идут. А вот они уже идут, они уже у моста. Они выходят наоборот. Идут оттуда. А может это катера какие-то? Какие-то, ну я не знаю, какие это катера. Они идут оттуда сюда. Ну их сопровождает вот вертолет. Вань, отлично. Сопровождает. А, да, наверное, да. А вы куда сейчас собираетесь? Чтобы посмотреть, как выходят. Ну давай. Учит. Это медицинский. Ага, медицинский.
высаживается. Из нее БТР, да, всякие уезжают. Это бизнес этого маленького. О, 8 метра. На берег покатывай. Да. Из ботного дома, это как раз в Петропавловке мы не заходили. Вот, вон, вот, видите, 8 метра стоит с флагом. Да, и с гербом. Вижу. Вот, друг, смотри, как их много идет. Вот еще. Они же должны развернуться и обратно сюда прийти. Вряд ли. Вряд ли, да? Они обогнут остров, наверное, уйдут. Или дальше, раз летит Троицкий мост разрезен, они, может быть, туда уйдут. По набережной. Ничего себе, все, лодочка маленькая была, да? Интересно, это тот самый или восстановленный? Вроде тот самый. Вроде как был тот самый, сохранен. Тихоокеанский. Четыре флота у нас. Они-то ракеты им посеяли. Какие-то установки, Сереж, да, вот зенитные это, да? Так низко идут. Посадка такая низкая вообще. Они могут по-разному. Скорость небольшая. Большая скорость. Разве течение же все равно, если течение тут мощное. Money.
кстати, и стреляли по Сирии из Каспийского моря. Может, это не Каспийское? Она должна тут у нас принять сейчас. Аша. Белые. Он уезжает. Греть ко мне? Он, наверное, будет уезжать. Ага. Да, это за ним приехали два катера, да. Он приехал, на, пришел, приплыл, не знаю. Короче, поедемся на них. Наверное, он приплыл. Да. Я тоже говорю, приплыл, мне говорят, пришел.
значит, показывает завтра на Крестовский. Видишь, это остановка метро какая? Крестовский? Да, да. И там парки и все, да? Да. Ну там один остров Крестовский, или ты говорил еще за что? Парк Елагинский, если парк, центральный парк культуры и отдых, но метро та же самая. Но тот на том же острове? Нет, на другом острове. Там нужно выйти Елагин, из метро, выйти, да, Елагин остров. Это выйти нужно направо повернуть из метро. Там вы, скорее всего, выйдете из метро и пойдете прямо. Там будут всякие аттракционы, да, дойдете до. Вот, дойдете до стадиона. Вот. Но если выйти из метро и повернуть сразу направо, то зайдете в парк Елагинского острова. Там как раз там на лодках можно покататься, белок покормить. Да, центральный парк культуры и отдыха. Там можно. Да, да, да. Вот. Все зависит от того, что именно хотите. Вот. Если пока что, произвольно, что там, что подвернется. Ну вот, в общем, я советую идти на Елагин. Выйти из метро и сразу направо повернуть. Вот. И на Елагин гораздо лучше. Там, короче, кафе есть, в принципе, там можно поесть. Ну, вот. Да, не сумасшедшая сетка, да? Ну, я там ем иногда. Правда, порции не очень большие, но я там лучше. Вторник, но вторник это послезавтра. Да, мы во вторник туда. А, во вторник. Ну давайте я присоединюсь во вторник тогда. На Елагинский остров я сразу. Это надо около гостиного двора. Гостиного двора, да, туда. Это мы туда. Как потом на Исаки подняться? Может быть, еще мы можем. Мы же на корабле переплыли длинным путем. Но есть более короткие еще. Ну всего это посмотреть, надо это одно и то же, там уже путь только далеко, да? Какой именно маршрут? Куда? Островам и каналам. Мы проплыли все, что можно. Нет, еще есть еще вариант. Есть дополнительно просто по Неве, но это уже вечером, когда на разводке он выходит. Хотя, может быть, и найдется маршрут. Туда, далеко по Неве заплыть до там, моста какого-нибудь Александра Невского, может быть, дальше. У нас не было, мы проплыли только по фонтанке и по есть. Это довольно интересно, мы точно не будем. Да, точно не будем. А вот это интересно, значит, надо можно посмотреть. Да, что такое поискать, да, по каналу Грибоедова. Что у нас время. Канавки это нашли вот это вот портабельное кафе. Это на котором мы плыли? Нет, это где обедали. Где обедали, это мы на металл. Канале Грибоедова нашли. Да. Перед выходом на Невский что-то? Он сбоку от Казанского. От Казанского найти легко, да? Прям близко. От Казанского на канал Грибоедова, да, надо? Да, вот, да. Да. Просто сейчас побежит она, а сразу за ней побежит. Потому что они какое-то отношение к телевидению имеют. А телевидение это сейчас в современной информационной борьбе то же самое оружие. Да.
летят, летят. Точки, чтобы пролетели разные бомбардировщики, истребители, каждый своей скоростью и так далее, чтобы они прошли в одно время друг за другом. Ну и только с помощью электроники можно, да? Это бы он не сломался. Там не всех не очень хорошо, да? Они устраивают, как я знаю, они делают, то есть ходят кругами, а потом по одной команде начинают с кругов сходить. За мной ракета прошла. Угу. Вот случаи бывают, попадают люди. Так получается, первая жена это не Вера Владимировна. Второй жене, да, второй. А, второй. Я сказал первый. Ага. Нет, а второй. Вера. Да. Путаюсь уже. Я слушаю, она говорит, сколько у тебя жен-то было? Нет колокола.
Буквально. Вы камеру можете поддержать. Или это колокола на корабля? Смотри направо, там самолет. Слышишь? Вот они, пошли вертолеты. Конструкторы вертолета. Вот они. Да, уже светит.